Шакир в Каннах. Вау. Салем Social Media вообще удивляет. Тут есть коротенький ролик. Давайте его заценим, посмотрим. Что за замут вообще и как так вышло. Экана, ты уверен? Никто не сдохнет после нашей смеси. Халди, мы мешаем непонятную химию с детским питанием. И что ты сдохнет от этой химии. Окей? Всем привет, меня зовут Айтуре. Я режиссер сериала «Шекер», и, наверное, «Шекер» является одним из важнейших проектов в моей жизни, который я делал с огромной любовью, которую вся наша команда вкладывала всю свою душу, всю свою любовь в этот проект. Всем привет, меня зовут Арстан Каунев, я креативный продюсер и автор идеи сериала «Шекер». И, наверное, одну из важнейших вещей, которые мы хотели сделать, это чтобы это все было душно, по-настоящему, и, наверное, поднять эту очень острую, важную тему у нас в Казахстане, да и во всем мире, тему наркотиков, и показать ее вот так, как мы ее видим. Мы консультировались с управлением по борьбе с наркотиками, общались с людьми, которые столкнулись с этой проблемой, и смотрели интервью с закладчиками. Благодаря этому наш сериал получился более реалистичным. Я тебе, сука, кончу! Тебя и твоих родных! Ты меня поняла, мразь? Ну, особо никакой информации толком не было. Это презентационный такой типа ролик, что ли, я не знаю. Но режиссера я видел, я смотрел интервью даже с ним. Не помню, как чувака зовут. Ну, короче, по монтажу гуру. Не помню фамилию. Я даже вроде... Нет, не подписан, но несколько видосов я точно у него смотрел. Сабатовский, по-моему. Да. Короче, очень крутой тип. Я слушал вообще историю о том, то, что у него вообще ничего не было. Он там взялся, перемонтировал фильм целый какому-то там что-то типу. И я не помню, конечно, правда, за бесплатно вроде или что-то. Но состояние, так скажем, и его бюджет был вообще минимальный. Жил там в какой-то коморке, короче, фигачил. Потом еще раз его попросили, он понял уже потом, что ну все, пипец. И вот так вот ему, типа, прилетел этот сериал «Шекер». Все, они снимали еще на одну камеру. Короче, очень интересное интервью есть. Что, если я его наткнусь, найду его, размещу в описании. Обязательно посмотрите. Очень крутой тип, прям, ну, достойный уважения. И такой вот, ну, прям реально мотивирующий красавчик. Вот. И вот этого продюсера и вообще идею Арестан, который я его не видел, увидел. Красавчик. Классно то, что они на самом деле все прошерстили, смотрели всю информацию, из интервьюшки закладчиков смотрели. Это круто, круто, когда так подходит к делу. Вот. И в интервью еще режиссер говорил то, что как-то там была проверка, типа, на прочность, и один не стал готовить локацию. И он такой, типа, ну и нафиг ты мне тут нужен такой. Ну, блин, короче, посмотрите. Я просто давно это смотрел, уже подзабыл, может, какие-то моменты. Давайте посмотрим, что пишут. Сериал вошел в конкурсную программу ежегодного фестиваля Cannes Series и поборется за приз в номинации короткометражных сериалов Best Short Form Series Шекер. Шекер стал единственным и первым веб-проектом из Казахстана за всю историю конкурса, который будет показан на фестивале в Каннах.
Проект был отобран из 60 претендентов своей номинации. Это очень круто. Даже если они ничего не возьмут, то, что он прошел, это уже очень круто. Казахстан покоряет вообще мир. В связи с этими событиями мы берем паузу на неделю, и сегодня новых серий не будет. 8-9 переносится на 30 сентября. А я-то думал, что-то, блин, серии нет из-за этого, что ли. Теперь мы представляем Казахстан на международной арене. Хотим поблагодарить каждого зрителя за вашу поддержку. Все жмем кулаки и ждем победы. Наведем суету во всем мире. Красавцы! Вот реально, если, я не знаю, смотрите, не смотрите, очень круто, очень рад за вас, ребят. Классно. Вот супер крутой контент делаете. Я еще не смотрел эскорт. Вот. Но «Пацанские истории», «Саке», второй сезон «Замбетов». Уже уровень, уже очень круто, интересно смотреть. Я даже сериалы, которые в мире выходят, ну, как-то особо что-то не тянет там смотреть. И многое вообще пропустил. Но зато спокойно смотрю казахстанские сериалы, потому что топчик. Все, пожалуй. Короче, я держу кулачки, очень надеюсь, что приз будет в Казахстане. Это будет очень круто. И вы тоже поддерживайте их всегда. Выкладывают серию, ставьте лайк, пишите обязательно им комментарий. Поддержка вообще очень важна. Особенно вот в таком случае. Все на этом. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.